Карим. Новый год. Сегодня все мы не хотим идти домой. Вперед, друзья! Не загружалось, что вы как-то идите? Ничего вы не помните, извините. Только слышим голос. Вы что творите? С Новым годом меня! С Новым годом тебя! С абонентом пришли! Открывайте, друзья! С Новым годом меня! С Новым годом тебя! С абонентом пришли! Открывайте, друзья! Педагоги нашей школы. И, конечно же, многоуважаемая жюри. Команда «Любимки». Еще раз. Команда «Любимки». И нам пора начинать. Точнее, оно об вас. А начнем мы с хит-парада смешных фраз и сочинений. 20 лет боги мешали Одиссею вернуться домой из-под стен Трои. Именно так он это объяснял жене. Медведи увидели, что постель медвежонка измята, и поняли, здесь была Маша. Многие животные занесены в Красную книгу. Там они себя хорошо чувствуют и размножаются. Огневой Герасим не любил сплетен и поэтому говорил только правду. Печорин мне понравился. Ты немножко не так, как нам надо было. Он из Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому. На доске объявлений появилась следующая информация. Отец по вызову. Строгий, внимательный мужчина приедет к директору школы и выслушает жалобы на клиента. Бронировать заранее. А сейчас курьезные случаи из школьной жизни. А сейчас я докажу вам теорему Пифагора. А стоит ли? Мы вам верим на слово. Это такой ученый, он как-то раз мылся в ванне и крикнул «Эврика!». И что же такое «Эврика»? Это нашел. И что же он нашел? Мыл, наверное. Так, все в сборе. А где же Блиханов? Блиханов, надеюсь, я не увижу, как ты сегодня списываешь. Да я тоже на это надеюсь, Евгений Владимирович. А сейчас в эфире, самый модный приговор и наш ведущий Елизавет Васильев. Встречайте! Мои модные зрители! Мои! О мой гарбан!
сегодня мы судим вот этих вот немодных и безвкусно одетых людей. Ну вот скажите, ну кто так одевается? Ну кто так одевается? Ну это же вообще нет, не модно. Слушайте и запоминайте. Новые фишки в модном стиле. Мадей? Сегодня главной частью тела являются щиколотки. Поэтому для того, чтобы продемонстрировать, в помощь вам приходят подкаты и подвороты. Аплодисменты, пожалуйста. Это еще не все. Модель, на подиум. Незаменимым дополнением к образу субтильному подходят носки. Причем, чем чуднее, тем моднее. Чем больше виднее, тем лучше. Но это еще не все. Если у вас есть толсточка с веселым принтиком и стильненькой цепочечкой, не такой цепочкой, длинной цепочечкой, чем длиннее, тем лучше. Вот такой вот образ современный. Ну и дополнит ваш образ прическа. Новая стильная прическа, которая называется «Умирающий Костик». Ну и, конечно, самое главное, самым стильным сегодня надо следует обратить на цвет волос. Аплодисменты модели! Красный, темный, синий и другая яркая палитра цветов сегодня просто неотразимый образ придает. Ну и самым главным дополнением ко всему подходят гаджеты и беспроводные наушнички. Аплодисменты, пожалуйста! Вот так выглядят страшно красивые школьники! Вас приветствовала команда «Любимый!»